А теперь о происшествиях. Житель Славянского района может попасть за решетку на 10 лет. 50-летний мужчина хранил дома наркотики. В ходе проверки у него изъяли более 200 граммов растительной массы зеленого цвета. Проведенная экспертиза подтвердила, что это марихуана. По данному факту возбуждено уголовное дело, которое с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.